кино, фото и видеоматериалы, а также звукозаписи, информацию из различных банков данных, возможно, скоро будут в обязательном порядке принимать в качестве доказательств суды в России при рассмотрении административных дел. Соответствующий законопроект сегодня рассматривает Госдума. Документ депутаты обсуждают в первом чтении. Как пояснил журналистам спикер палаты Сергей Нарышкин, такие материалы рассматриваются и сейчас, но принимать ли их в качестве доказательств остается на усмотрение судьи. Но в начале заседания депутаты обсудили текущие вопросы. Речь шла в том числе о ситуации с нашими грузовиками на Украине. Представитель «Единой России» Владимир Бурматов обратил внимание коллег на коррупцию в США, которая в итоге отражается и на других регионах. Основные действия Обамы определяются исключительно интересами тех или иных заказчиков. И многочисленные примеры, что называется, на слуху. Очевидно, что выполняя функции адвоката Эрдогана, сросшегося с ИГИЛ, Обама отрабатывает заказ своих спонсоров из Саудовской Аравии, крышуя совместное предприятие семьи Эрдогана и террористов из ИГИЛ, поставляющих контрабандную нефть на рынок. США способствуют тому, что с рынка вытесняются конкуренты саудитов, добывающие сланцевую нефть. В ответ Саудовская Аравия, видимо, щедро пополнит избирательный фонд демократов на нынешних президентских выборах.